иду на съемки, как всегда, в отеле Айкун, в Ристобар. Гостя не буду называть, вы увидите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Налево. Чё? Готов? Да. У тебя как настроение? Нормально? Каждый второй блогер, каждый второй эксперт. Да, да, да. Человек, я работаю по импульсу, то есть импульс пришел, я работаю, импульс ушел, все, я чат. Пацан молодой, а тут жена приехала. Но у тебя в последнее время что-то мало этих роликов выпускать. Я выгорел недавно. Просмотры, лайки, вот это вот. Ну и поддержка. Это... Еще нет, свет вырубали, да, наверное? Да, 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 свет вырубает, а чем заниматься телевизором? Телевизор не работает. Знаете, есть такая же поговорка, легче изменить свои изменения, чем изменить своего парикмахера. Поэтому я стараюсь придерживаться этой жизненной позиции. О, гостей нет, никто не зовет. Или было такое? Гости. То друзья, то родственники придут. И как бы я в этой атмосфере рос. То есть он ломается на 3000 долларов, а я могу его поломаться на 50 тысяч долларов. Ой, 50 тысяч тенге. Я думаю, нормально. Думаю, неплохо. Неплохо, да, неплохо.